Армысыздар, құрметті көрермендер, эфире новости на Первом Карагандинском. В студии для вас работает Александр Крылов. Группа «Казахмыс» подвела итоги второго республиканского конкурса среди журналистов, освещающих горно-металлургический сектор. Первое место в номинации «Лучший телевизионный сюжет» присуждено редакции телеканала «Первый Карагандинский», редактору и телеведущей Айнур Абдиевой. С рубашки сотрудника правоохранительных органов сорвали погоны. Полиция города Балхаш Карагандинской области Казахстана разыскивает преступников, стрелявших гостей на свадьбе. Группа «Казахмыс» подвела итоги второго республиканского конкурса среди журналистов, освещающих горно-металлургический сектор. Победителями конкурса стали 12 журналистов республиканских и региональных средств массовой информации. Первое место в номинации «Лучший телевизионный сюжет» присуждено редакции телеканала «Первый Карагандинский» и нашей коллеге, редактору и телеведущей Айнур Абдиевой. Первое место присуждается телеканал «Первый Карагандинский» и редактор канала Абдиева Айнур. 8 редакторов и победителей на сцену. Телеканал «Первый Карагандинский» является одним из самых рейтинговых каналов ключевого для Казахмыса региона. Канал награждается сертификатом на сумму в 1 миллион тенге. С рубашки сотрудника правоохранительных органов сорвали погоны. Инцидент произошел при задержании за нарушение общественного порядка, когда молодые люди оказали сопротивление полицейским. Напомним, это не первый случай нападения на сотрудников полиции в Караганде. На той неделе в нашей области пьяные сельчане напали на отделение полиции. А совсем на днях в городе был задержан мужчина, выбивший зубы полицейскому. 8 июля около 2 часов ночи в Октябрьском районе во дворе дома в 23-м микрорайоне за нарушение общественного порядка сотрудниками ночной оперативно-поисковой группы были задержаны 21-летние Ахметов и Абрамов. Жители города при задержании оказывали сопротивление. Один из подозреваемых Абрамов сорвал с форменной рубашки сотрудника полиции погоны, оторвал правый нагрудный карман и нанес телесные повреждения полицейскому управлению внутренних дел города Караганды. При проведении медицинского освидетельствования установили, что Абрамов находился в алкогольном опьянении. В настоящее время он водворен в изолятор временного содержания. А что касается Ахметова, в его отношении избрана мера пресечения, подписка о невыезде. Возбуждено уголовное дело, проводится расследование. Полиция города Балхаш Карагандинской области разыскивает преступников, стрелявших гостей на свадьбе, передает агентство «Интерфакс Казахстан». Минувшей ночью во время празднования гости вышли на крыльцо кафе, чтобы подышать свежим воздухом. В этот момент к входу подъехал автомобиль, откуда неизвестные произвели несколько выстрелов, сообщил агентству «Интерфакс Казахстан» один из гостей. Выстрелов было 3, поднялся крик. Все кинулись в кафе, чтобы укрыться от выстрелов, рассказал он. Как сообщили «Интерфакс Казахстан», в городской прокуратуре преступники стреляли, предположительно, дробью из обреза. В результате 6 гостей получили дробовые ранения. Еще один помощник участкового инспектора городского управления внутренних дел скончался. По данному факту возбуждены уголовные дела. Ведутся поиски преступников. В нашем городе прошли тренинги для неправительственных организаций со всего региона. Повысить потенциал областных НПО, а также восполнить отсутствие или недостаток знаний и опыта местных сообществ взялось общественное объединение «Экоцентр». Неправительственные организации, работающие в сельской местности и в малых городах, не всегда располагают возможностями для решения поставленных задач. Причин тому масса. Это и отсутствие или недостаток знаний и опыта, нехватка финансовых средств. Кроме того, НПО нередко упускают возможность участвовать в грантовых конкурсах. Эти факторы стали основой проекта по повышению потенциала неправительственных организаций Карагандинской области. Организаторами прорывного проекта стали общественное объединение «Экоцентр» совместно с фондом «Сорос Казахстан». В тренингах и семинарах приняли участие НПО со всего региона, в том числе представители неправительственных организаций и сельских районов. По этому проекту было организовано ряд обучающих программ. Это после обучающих, сейчас идет, сегодня идет последний тренинг, который называется «Разработка проекта и фандрейзинг». А после этого проекта с сегодняшнего дня объявляется конкурс для грантов. Гранты будут выделены по результатам конкурса, в котором будут принимать участие местные НПО. Пройдя тренинги, организации будут разрабатывать собственные проекты. На реализацию лучших проектов будут выделены средства. Общий призовой фонд составляет 2 миллиона тенге. Итоги конкурса будут подведены в середине сентября, говорят организаторы. Ирина Камышова, Алексей Спиридонов, Первый Карагандинский.
Одно из ведущих предприятий молочной промышленности Казахстана на Теже установило фермерам электрические доильные аппараты. Индивидуальный доильный аппарат предназначен для использования в домашних условиях и на мини-фермах и рассчитан на обслуживание сразу нескольких коров. В получении качественного сырья особую роль играет то, каким оборудованием пользуются работники молочной фермы. А совсем недавно молочное предприятие на Теже оказало большую поддержку, обеспечив местных фермеров электрическими доильными аппаратами. Теперь за счет одновременного доения двух коров электрическими установками время дойки сокращается вдвое. Если раньше на доение 15 коров уходило 2 или 3 часа, то теперь всего лишь час. Глава одного из крестьянских хозяйств собирается приобрести еще несколько таких аппаратов, потому как такой прибор отличается своей простотой и в то же время надежностью. А работники сельского хозяйства, не скрывая своей благодарности, говорят, что производить молоко на собственных фермах – большая гордость для них. Помощь большая. Во-первых, это наш доход на молоке. Они принимают молоко, они как бы каждую пятидневку вовремя постоянно деньги. Вот этими аппаратами. Вот как бы сейчас, если строительством будем заниматься, они тоже как бы обещают помогать. Помощь есть, конечно. Для нас это очень хорошо, потому что на молоке мы живем, это наш доход. Здесь работы в поселке нету, а именно на молоке мы зарабатываем и очень неплохо. Благодарим Теже суд, пусть они процветают, ихнее молочное, это, чтобы все было хорошо. Для того, чтобы качество молока сохранилось, в первые часы после дойки его обязательно необходимо охладить. Для этого построен центр приемки сырого молока компании на Теже. Здесь работает специальная техника из Италии, говорит генеральный директор молочного предприятия. В поселке Жарык мы принимаем с сельских округов Шетского района порядка 30-35 тонн молока, которое здесь сразу же после приемки сразу же здесь охлаждается. Охлаждается оно холодильным оборудованием, оно у нас очень качественное, итальянского производства. Буквально недавно провели мы замену этого оборудования. В течение нескольких часов мы охлаждаем этот объем молока и в таких вот машинах, они опять же у нас новые обязательно, мы доставляем до нашего молзавода для переработки. Большие планы и у крестьянского хозяйства Акбереке, который также занимается производством качественного молока. Здесь на Теже помогает создать необходимые условия. Руководитель крестьянского хозяйства с многолетним стажем Дамит Кенапа намерен увеличить количество дойных коров. В этой работе главная любовь к труду и преданность своему делу. В день крестьянское хозяйство дает 500 литров молока. Электрическими доильными аппаратами в основном пользуется молодежь, говорит Дамит Кенапа. Сейчас у нас на ферме работают 2 скотника, 1 доярка, мои дети, внуки. Всю жизнь работал, ухаживая за телятами. Мои родители тоже были специалистами этой сферы. Здесь, в Шортанде, я выросла, окончила школу. Крестьянское хозяйство на Акбереке я переименовала сама. Прежде чем отправлять молоко, мы храним его в роднике, который я знаю с 5 лет. Земля у нас хорошая, пусть и наши дети продолжают наше дело. А генеральный директор молочной фабрики на Теже, в свою очередь, пояснил о преимуществах электрических доильных аппаратов. Фермеров этих мы воспринимаем как своих партнеров, и как партнерам мы им помогаем. Предоставляя вот эти вот доильные мобильные установки, мы помогаем им финансово, получается, мы на один год в рассрочку отдаем. Во-вторых, мы добиваемся, что меньше обсеменяется молоко, там меньше бактерий. Ну и в-третьих, для фермера стимул, чтобы держать побольше коров, больше надаивать молока, соответственно, больше надо сдавать, конечно. Отрадно, что такие новейшие технологии, как электрические доильные аппараты, позволяют фермерам увеличить производство молочной продукции. Сегодня можно с уверенностью сказать, что именно благодаря поддержке молочной фабрики на Теже работа сельского хозяйства будет процветать. Также нужно отметить, что молочное предприятие на Теже не собирается останавливаться на достигнутом и будет продолжать создавать необходимые условия фермерам. Мирамгуль Салкимбаева, Ержан Алипов, Алексей Спиридонов, Первый Карагандинский. С 10 по 13 июля в нашем городе в аптеке номер 70 начинает работу медицинская выставка физиотерапевтических приборов Елатомского приборного завода из серии «Домашний доктор». На выставке побывал и наш корреспондент. Эти приборы можно использовать дома для лечения, профилактики заболеваний, опорно-двигательного аппарата и сосудистой системы, лор-болезни, геморроя, простатита, травм, ожогов и многих других заболеваний. Самые популярные аппараты – Алмак и Мавит. Они воздействуют с помощью импульсного магнитного поля, за счет которого снимаются отеки, воспаления и боли.
Прибор Алмакс-01 – это уже тоже такой более мощный комплекс, который воздействует на организм бегущим импульсным магнитным полем. Особенность этого магнитного поля – то, что оно воздействует на уровне биоритмов человека, то есть на клеточном уровне. Изначально воздействие идет на сердечно-сосудистую и кровеносную систему. Стабилизируется работа сердца, кровообращение, микроциркуляция, снижается давление. Также воздействие идет на опорно-двигательный аппарат, лечение таких заболеваний, как артрозы, артриты, хондрозы. Другой популярный прибор – МАВИТ. В отличие от Алмага, МАВИТ – прибор узкого спектра действия, применяется только для лечения хронического простатита. Прибор МАВИТ применяется при лечении мужских заболеваний, таких как хронический простатит, просто везикулит, аденома предстательной железы первой и второй степени, половая дисфункция и при лечении геморроя. Примечательно, что все приборы продаются по заводским ценам. Выставка продлится с 10 по 13 июля. Расположена она в аптеке номер 70 по проспекту Бухаржирау, дом 34. Получить интересующую информацию можно по телефону 42 34 43. «Шахтер» снова возглавил в турнирную таблицу. По итогам сыгранных матчей 16-го тура казахстанской премьер-лиги. Накануне «Горняки» на выезде разгромили талдыкорганский «ЖТСУ» со счетом 5-1. Уже в начале матча зрители могли стать свидетелями взятия ворот. На 8-й минуте прострел Жамбыла Кукеева в штрафной замкнул молодой нападающий «Горняков» Станислав Лунин. Спустя 7 минут семереченцы отыгрались 1-1. Следующий забитый матч был в конце первого тайма. На 42-й минуте автоголом отличился сербский легионер ЖТСУ, который срезал мяч в свои ворота 1-2. Во втором тайме на 69-й минуте сильнейшим ударом с 25 метров пробил Гедеминос Вичус. Вратарь хозяев поля Владимир Лагин не сумел отразить мяч 1-3. Удачные замены Виктора Балютовича привели еще к двум забитым голам. На 87-й минуте Эдуард Вишняков после паса Жамбыла Кукеева забил свой первый гол за «Горняков» 1-4. А Филипп Ореснежевич уже добавочное время довел счет до разгромного 1-5. Тем самым «Шахтер» единолично возглавил турнирную таблицу. На этом наш выпуск подошел к концу. Помните, если у вас есть интересная информация, вы хотите поделиться, телефон нашей редакции остается прежним 420649. Также оставляйте свои комментарии, отзывы и пожелания на нашем сайте, адрес которого сейчас видите у себя на экране. На этом у меня все. Всего доброго. Сау болыңыздар.